Я считаю, что это прекрасное решение. Я полностью поддерживаю. А вы знаете какие-нибудь песни из их творчества? По-моему, «Я русский». Это оно? Это оно. Как вы думаете, целесообразно ли это? Нет, конечно. Почему именно Шамана и Газманова? Вопрос сразу возникает. Патриотика. Ну так разве настолько Шамана Газманов патриотика? Внесение песен нет, а патриотическое воспитание, ну конечно. Я думаю, что оно в каждой семье есть. Родители своим примером детей в первую очередь воспитывают. Я считаю, что надо все-таки как-то за родину думать, о родине, чтобы дети думали с ранних времен, где они проживают, в какой стране, что их любят здесь, какие они есть. И вы думаете, песни в этом помогут? Ну, как минимум, настроение передает, если то да. Не сильно поможет детям, но хуже не будет точно. Будут петь на уроках, вот как мы раньше пели, там в Ополе березка стояла, типа того? Серьезно? Ну, нет. Я не согласна к такому. А почему? Ну, тогда уж пусть вводят что-то современное, чтобы детям было интересно. Потому что, ну, кто такой Газманов, они его знать не знают. Может, и нормально. Почему? Ну, патриотизм какой-то все равно несут в этом. То есть думаете, это поможет? Ну, не то чтобы поможет, но какое-то развитие может. Да. Да.